Ключи от новых однушек им лично вручил глава региона Вениамин Кондратьев. Новоселы будут жить по соседству. Все квартиры расположены в четырехэтажных домах. Их для очередников специально построили в поселке Знаменском под Краснодаром. В скором времени, по словам губернатора края, там планируется возвести необходимые соцобъекты. К этим красивым домам нужны, конечно, что? Нужны школы, детсады. И вот сегодня важно, мы проговорили, и в следующий год, конечно, не попадаем, но в 18-й здесь будет комплексное решение по строительству и школы, и детского сада. Тогда жизнь будет полноценной, она будет на самом деле жизнью, а не просто квадратными метрами. Ключи от новых однушек им лично вручил глава региона Вениамин Кондратьев. Новоселы будут жить по соседству. Все квартиры расположены в четырехэтажных домах. Их для очередников специально построили в поселке Знаменском под Краснодаром. В скором времени, по словам губернатора края, там планируется возвести необходимые соцобъекты.